Алло, это тебя. И открытка, и шоколадка с пожеланиями любви, счастья, удачи. Она сделана настолько четко. Ой, посмотри, она и... Тросточка карамельная, 15 граммов за 19,90. В общем, за 20 рублей вот такая трость красно-розовая. Также мышки, веселого Нового года надпись. За 87 рублей. Символ года, просто прекрасно. Бумажная снежинка. Тоже 79 рублей за 120 граммов. Вы посмотрите, дивная ночь конфетки. 75 рублей за 230 граммов. Продленка 150 граммов за 59 рублей. Держитесь, дальше цены становятся все меньше и меньше. Олененок 250 граммов за 143 рубля. Тоже привлекательная цена. Вы только посмотрите, по-моему, за эту цену просто великолепно. Там прикольные мышки, смотри, какие. Да, это вообще, в принципе, очень-очень празднично смотрится. 159 рублей, они банановые, такие весьма себе даже вкусненькие. А вот эти какие-то новенькие появились, видимо, карамельные тросточки со вкусом яблока. Они шоколадные, молочные на палочке, да, это уже молочный шоколад. Они стоит разные. 39,60. Вот тоже прекрасное предложение. Всего 87 рублей за 154 грамма конфеток. Вот такой наборчик. Сделан в форме конфеты. Тоже очень интересно. Вот что входит в состав наборчика. Тоже отличное предложение. Также мышки, веселого Нового года надпись. За 87 рублей. Символ года. Просто прекрасно. Тут прям в Ашане очень много дешевых наборов. Действительно классно. Так и выглядит он, посмотри. Да. Ну, как бы, даже, и внушительнее даже, чем этот. Да. И вот дальше тоже, смотрите, наборчик Санта. Всего 79 рублей за 120 граммов. Посмотрите, какая коробочка. Смотри, там дальше пойдешь, даром будут раздавать уже. Милый Дедушка Мороз. Ну, правда, цены просто супер. Еще также игра. Ну, здорово же. Конфетки какие входят в наборчик. Все подробненько рассказано. Бумажная снежинка. Тоже 79 рублей за 120 граммов. Вы посмотрите, как шикарно сделано все с веревочкой, снежинка. Очень красиво смотрится с пожеланиями новогодними. В общем, наборов сладких в Ашане по цене до даже 100 рублей. Огромное количество, мы прям вообще удивлены. Дивная ночь конфетки, 75 рублей за 230 граммов. Ребята, Конти просто прям решил нас в этом году порадовать. Смотрите, тут зайцы, лисята, в общем, зверята с Дед Морозом пляшут вокруг елки. Такой достаточно большой набор, все-таки 230 граммов. Всего за 75 рублей, ну обалденно. Вот тоже продленка, 150 граммов за 59 рублей. Держитесь, дальше цены становятся все меньше и меньше. Вот такой вот домик, как классно сделан, крыша, все красиво прорисовано, проработано. Вот такие мини-наборчики. И также домик 100 граммов за 49 рублей. Это вот как раз вот этот. Да? Да. А, вот 59 это продленка, вот этот вот. Угу, тут их уже местами поменяли. Тоже от Конти. А 49 домик. Миленький. Ну, в общем, цены просто волшебные. Вот так напишите. Взял, смотри, шел и здесь оставил. Такой, о, и поменял. Просто такой думает, ну... Да. Учитывая, что здесь сверху просто пусто. Типа. Да. Практически одинаковые. Да. Напишите в комментариях, вы не в шоке от таких низких цен в этом году на сладкие наборы? Так тут их вон 16 штук, смотри, это получается, вот коробку сразу берешь. Да. 16 штук. В школу, в садик, просто великолепное решение. Олененок 250 граммов за 143 рубля. Тоже привлекательная цена за 250 грамм. Смотрите, какой олень миленький с колокольчиком. И здесь Дед Мороз желает счастливого Нового года. Вот такой набор, дуэт. 150 граммов за 230 рублей. Вот почему он называется дуэт. Вы только посмотрите. По-моему, за эту цену просто великолепно. Там прикольные мышки, смотри, какие. Да, это вообще, в принципе, очень-очень празднично Одна смотрится. Миленькая. Видите, за счет того, что... Да, мыши классные. За счет того, что здесь ленточка и целых два подарка. Но, по-моему, это вдвойне приятнее. За такую цену просто великолепно. Обратите внимание. И Харибо. 80 граммов за 168 рублей. Есть везде. Они сейчас есть, да, и в Окее, и в Метро. Ну, практически везде. Классный наборчик Харибо. Поэтому обратите внимание. Тоже выглядит симпатично. О, смотри, какая штука. Хозяин Антарктиды. Тут 5 медведей. Шоколадные медведи.
Они в фольге и так сделаны детально, смотри-ка. И есть внутри такие же черные. А, это цирк. А где от него? А вот. Верхушка. Нету верхушки? 55 грамм. И в мире цирка тоже 55 грамм. Ого, 5 штук за 78 рублей. А тут бурые медведи в цирке, видишь? А тут белые. Можно делать классные новогодние. Так тут видишь картинка. А где здесь картинка? Здесь оторвали картинку. Ну, а там можно посмотреть. А, вон она. Слушай, мне кажется, ну, можно красиво тортик украсить, например, поставить еще куда-то. Прям именно вот дома что-нибудь красиво украсить вот этими мишками. Да и на подарок тоже классно. Первый раз таких видим. Тросточки карамельные 120 граммов за 174 рубля. Да, ну или подобные. Мы брали вот такие. О, да, с миньонами. Гатия карамельная трость, тоже 120 грамм, 159 рублей. Они банановые, такие весьма себе даже вкусненькие. А вот эти какие-то новенькие появились, видимо, карамельные тросточки со вкусом яблока. Сколько тут в наборе? 8 штук. Ну, знаете, за 8 тросточек... Так они стоят по-разному почему-то. Да, за 8 тросточек хорошая цена. Смотри. Вот еще тоже 8 тросточек банановых. И за 139 карамельные тросточки 150 граммов. Тут даже больше грамм. И тросточки разноцветные. Ну вот эти мне больше всего нравятся из-за того, что здесь классические цвета, тоже их 8. И самая низкая цена из всех. Видите? По-моему, вот это привлекательное предложение. Можно и как сувениры, и украшения елки, декор праздничного стола. Два вкуса яблока и клубника. Вот именно обратите внимание на тросточки, которые со вкусами, потому что если вкуса нет, то они, ну, знаете, такие просто сахар, да. Когда именно идет какой-нибудь ароматизатор, то они намного вкуснее. Сладкий символ праздника. Мы их в том году прикрепляли на подарки. Они, видите, каждая в индивидуальной упаковке, и на термоклей можно прикрепить еще к подарочку, и очень эффектно смотрится. Да. И на елку можно повесить. Вот отличный набор. Ого, смотри-ка. Вот это да! Ого, всего за 43 рубля 70 граммов. Просто гигантское сердце. Но это очень красиво. Этим можно и украшать, и на подарок. Я думал, скажешь, этим можно и стукнуть хорошенько. Такая здоровая штука. На самом деле сердце огромное, ребята. И цена просто великолепная. Клубничная хоть? Там, наверное, написано. Читаю. Клубника. Да, клубничная. Супер. Еще и клубничная. Вот какие-то рус-конфет, смотрите. Мягкие? Тоже по-рождественски так выглядят. Нет, они не мягкие, это прям лучше тоже леденец. Мягкие. Единственное, что пока непонятно, какая цена на эти леденцы на палочке. Палочка деревянная. Я думаю, столько же, это же такая они же разноцветные. Ну да, вот рус-конфета, видимо, и те 43. Но эти апельсин. Прям атмосферно смотрятся, вот в подарки сладком будут шикарно выглядеть. Они разные вкусами. Да, ну я вот вижу, что это, скорее всего, карамель. Тутти-фрутти. Тутти-фрутти. Клубника тоже есть. Да. Ну и карамель, 100%, да? Карамель. Карамелька. В общем, выбирайте на свой вкус и цвет вот такие конфетки. Вот, смотри, там какие-то медведи еще есть. Отличная цена. Шоколадный, молочный на палочке. Да, это уже молочный шоколад. Они разные. 39,60. А, там есть с мечом. Сканируй код, делай смешные... Что, селфи? Да, а, вот мальчик и девочка. Видишь, есть с цветком и с мячом. О, еще какой-то, смотри. Ну, слушайте, тоже за 39 рублей шоколадка на палочке. Мышь с сыром. Так это мышь. Символ года. О, так это можно тоже на стол. Да. Привлекательное предложение. В этом году салат вообще в Ашане. Прям палочка втыкаешь, да. А он или в сидеть. Тортик. Да. В общем, очень привлекательное предложение в этом году в Ашане. У нас сладенькие всякие конфетки. Тросточка карамельная 15 граммов за 19,90. В общем, за 20 рублей вот такая трость красно-розовая. То есть можно взять как наборчик, а можно просто отдельно тросточки купить. Такие яркие, красивые. Карамель 30 граммов за 46 рублей. Вы только посмотрите на обалденные расцветки этой карамели. Она сделана настолько четко. Посмотри, она идеально просто сделана. Не знаю, как есть, но для красоты как они это сделали идеально? А? Да. А вот. Три расцветки. Ой, ну это что-то помятый какой-то. Вот она. Посмотри, как они идеально сделаны, а? Очень атмосферные новогодние карамельки. Ай, красота. Хороши. Да.
И поменьше такой же вариант за 32 рубля 15 граммов. Смотрите, какие красивые тоже расцветочки. Леденцы. Это мумбомпо. Это похоже на мумпасье. Да, мумпасье. 87,80 коробочка. Дед Мороз из Великого Луга. Кто хочет поностальгировать, 65 граммов мумпасьешка. ОМГ, супер лимон, карамель. Видимо, супер, она кислючая, видимо. 57 граммов, вот такая карамелька. Экстра. Я не знаю, почему она в новогоднем, но может быть новогодние подарочки добавить как вариант. Шоколадная открытка, 20 граммов, 107 рублей. Вот это я понимаю, вот это я понимаю подарок, смотрите. И открытка, и шоколадка с пожеланиями любви, счастья, удачи, улыбок. Вот это обалденная идея подарочка. Батончик глазированный арахисовый, 40 граммов за 12 рублей. С надписью «С Новым годом» от фирмы «Богатырь». Ну, тоже сладкие подарки, я думаю, добавлять. И карамелька на палочке, 11 граммов за 4,60. Вот такие чупа-чупсы. Оу, шоколадный телефоша с сюрпризом, ребята. Ну, это похоже на Nokia. Да, 3310. Алло? Вот такой. Да? Алло, да. Алло, это тебя. Алло, Дед Мороз? Ну, в общем, вы поняли. Вот такой 135 телефоша. Рублей за 50 граммов. Вот такой классный телефон. Такой классный прям... телефон. Он такой как будто полный прям вообще. Mm-hmm. Такой 150 грамм, но он, я думаю, толстенький да, такой. Да, да. Потом мало полости. Угу. Mm-hmm.